Душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Как всем известно, труд облагораживает человека, и поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было сим-мастера, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем. Хранящий любовь, неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Алексей Борисович Ширяев, директор нашей компании. Он знает дело, которым руководит. Клянусь, я все бы отдала. Такое тоже бывает. На свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. Зовут меня Александр Александрович. Фамилия моя Амелька. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь. Одним словом, верчусь. Каждое утро в нашем офисе начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы даже сказал ритуал. Дядькина, 2 минуты. Это Леночка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все работники ресепшена. Оклад у нее менеджерский, а туалеты сплошь заграничные. Как ей это удается, загадка. Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Это отдел активации. Здесь всегда все и все на своих местах. Работа здесь кипит. Шумит принтер, стучат печати, а под звук шелеста кучи контрактов сотрудницы занимаются своими привычными делами. Могу весь мир я войти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Коллектив у нас вообще дружный. И даже те, кто в работе между собой никак не связан, не расстаются практически ни на минуту. Олег, иди работай уже! Да вы надоели уже орать, слышно. К 10:00 утра уже все на местах. Это директор по работе с операторами. Рождена была ходить по магазинам, но вынуждена ходить на работу. Это ее помощница Ира. Симпатичная, но, к сожалению, постоянно мерзнет. И вообще, дилерский отдел – это цитадель, в которой собраны все главные функции работы компании. Телефоны здесь не замолкают ни на минуту. Все в работе, но и о чистоте не забывают.
Бухгалтер – это не профессия, не ориентация, не национальность и не оскорбительная кличка. Это тяжелая форма умственной патологии, которую можно с успехом использовать в хозяйственной деятельности. Девочки это давно доказали. Наша трендычиха как затрендычит, так она трендычит, и ее никто не остановит. Работа для трудоголика как наркотик практически весь год и лишь один месяц в году отпускает. Поэтому этот месяц так и называется – отпуск. Так, о, мой обогреватель! Я его, конечно же, включаю на полную, на максимум. Как говорят – привел в порядок себя, приведи в порядок планету. Любительница красоты разводит в офисе цветы. Разнообразней год от года рабочий уголок природы. Моей душе покоя нет, вестей я жду, а вот как весна встречаю я рассвет, и солнце кого-то. Со мною нет кого-то. А, Лёшки, я замёрз. Надо одеть. Одеть. Холодно, холодно, холодно. Холодно, 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 холодно. Холодно. Могу весь мир обойти. А это наш харе-менеджер. Надежда Сергеевна. Или Надя Адаптация. Надежда. Надежда – мой самый верный друг. Мы подружились давно, еще на первом корпоративе. Больше всего я люблю в ней то, что она оптимистка. Что бы ни стряслось. А земной шар, как известно, вертят оптимисты. А это Наталья Михайловна. Ее всегда рады видеть в офисе. А так как финансовый кризис коснулся всех, в последнее время особенно. Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Именно на ее плечах лежит финансовый успех компании и неповешенная удаленка. Ящина, твою мать! Где мой кофе? Алло. А вы уже подъехали? А вы где? А по какому адресу? А, вот видите, там проходная. Нет, не эта проходная, другая. Нет, вам не туда. Вы пройдите, видите шлагбаум? А другой шлагбаум видите? Вот идите туда. Вот, и сейчас я вам расскажу, как туда пробраться к нам. Вот проходите прямо. Потом вокруг да около. Находите железную дверь, там написано «Симмастер». Проходите, садитесь на диванчик, я за вами спущусь. А это Надежда. Она работает в отделе кадров. Офисная мать, так сказать.
Симпатичная, но, к сожалению, активная. Как-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Активных работников у нас вообще много. К вечеру в офисе становится спокойнее, но не везде. Александр, вы утверждали, что я черствая? Почему? Мягкая? Бесчеловечная? Человечная? Бессердечная? Сердечная у нас? Сухая? Мокрая? Ой. Опять звонят. Когда же мы покурим, Шашакова? Да вы покуришь. Ой. Алло. Алло. Ну, а вы уже здесь, да? Угу. Нет, я вам буду киски. Нет, киска уже пристроена. Иногда активность сотрудников зашкаливает. Вопрос, где Шершакова? У нас в офисе самый распространенный. В то время как ответ на него неизвестен никому. Шершакова, ты где? Рабочий день подходит к концу, и офис засыпает в блеске тысячи огней, чтобы принять на себя суету нового рабочего дня. Поздравление с 8 марта – это так просто, но ведь далеко не всегда можно поздравить так, чтобы захватывало дух, а глаза наполнялись блеском. Но мы смогли!